всем привет! И это, наверное, будет единственное новогоднее видео на моем канале. И я хотела бы поздравить вас с наступающим Новым годом и рассказать, что же было на моем канале за весь этот 2017 год. И, наверное, самое большое событие на нашем с вами канале — это то, что нас стало больше 10 тысяч, и все это за этот год. За 2017 год я выпустила примерно 95 видео, а это примерно каждые 3-4 дня. То есть вы смотрели меня каждую неделю. Но в 2017 году мое первое видео было о моем ежедневнике. И эти видео я выпускала и до конца этого года. И они вам вроде бы как нравились, а значит, все очень круто, потому что целый год была постоянная рубрика о моем ежедневнике. Ну и, конечно же, я хотела вас всех поблагодарить за то, что вы есть, за то, что вас становится все больше и больше, и поздравить вас с этим новым наступающим 2018 годом. В новом году я хочу вам пожелать того, чтобы вы не боялись делать то, что вы хотите. Ведь если вы найдете свое любимое дело, то вы можете ни одного дня в жизни не работать. А это самое главное — проводить каждый день с удовольствием. Пусть этот Новый год принесет вам только радостные дни, а я постараюсь наполнять эти радостные дни интересными видео для вас. И бесконечно люблю вас. Спасибо вам, что вы есть, с Новым годом, и увидимся с вами в следующем году.